не всплывает резко. И резко не всплывает. То есть это три основных правила. А знаки какие-то помнишь? Знаки. Какие? Вот вижу, да, подсказывайте. Какие знаки? Вот такой знак. Это что? Что-то не так. Так, еще какой знак? А когда все хорошо? Или вопрос я спрашиваю, все ли у тебя хорошо? Да, это вот такой знак. То есть если я тебе показываю такой знак, это значит, я спрашиваю тебя, все ли хорошо? Если ты мне отвечаешь, показываешь такой же знак, это значит, да, у меня все отлично. Угу. Еще какие знаки у нас есть? Вот такой знак что обозначает? Стоп. Да, стоп. Да, мы остановились и прекратили всю активность. То есть мы ничего не делаем, просто расслабилась. Вот такой знак я показываю. Если. Это что значит? Это восстанавливает дыхание. Восстанавливаем дыхание, да? Все. Вот эти, в принципе, вот этих знаков, их достаточно для того, чтобы ты вот сейчас совершила пробное погружение.